Артистка отказалась обсуждать предположение об измене звездного супруга. Актриса и певица Юлия Проскурякова отрицала якобы приближающийся развод с композитором Игорем Николаевым. Артистку так возмутили слухи о его неверности, что она отказалась это обсуждать. Юлия признала, что в их семье бывают ссоры, но ни одна из них не закончилась обсуждением развода. Звездные супруги быстро мирятся, потому что дорожат семьей и не готовы все разрушить. Проскурякова привыкла к небылицам, которые придумывают про звезд, и старается им не верить. Никакая самоизоляция не может разрушить крепкий и хороший брак. Мы с Игорем вместе уже 15 лет, и для нас, наоборот, огромная радость провести друг с другом еще больше времени. Возникали ли у меня мысли уйти? Нет, бывают ссоры, но мы быстро миримся. А слухи, всегда про артистов сочиняют небылицы, сказала Юлия в беседе с КП. Проскурякова не смогла бы простить мужу измену, но она старается не думать о подобных аспектах брака, потому что погружена в заботы о родных, работу, учебу. Артистка заявила, что в разговорах о том, что Игорь якобы обратил свою симпатию на некую начинающую певицу, нечего обсуждать. Недавно в сети появились сообщения, что Игорь Николаев делал непристойные предложения молодой певице Наташе Беналекс.